Тверской детский сад номер 23 отметил свой 70-летний юбилей. Дата серьезная, поэтому и сотрудники, и воспитанники дошкольного учреждения подготовили праздничную программу о том, как проходило торжество в нашем следующем сюжете. Празднование дня рождения стало настоящим событием для детей, их родителей и работников дошкольного учреждения. В воздухе витала атмосфера торжества. Яркие воздушные шары, улыбающиеся сотрудники – все говорило о том, что здесь ждут гостей. С 2015 года заведующей детского сада является Ирина Поповьян. Нашей съемочной группе она рассказала об успехах дошкольного учреждения и отметила, что в нем всегда работал творческий и дружный коллектив. Наши воспитанники и педагоги повышают свое мастерство, развивают свои творческие способности. Мы участвуем в различных конкурсах. Детки вот принимали участие в конкурсе «Детский оркестр», «Звонкий голосок», «Живое слово», «Тверская звездочка». Педагоги также принимают участие в конкурсе и занимают призовые места. В дошкольном учреждении работают сотрудники, которые посвятили своей профессии многие годы. Наталья Алексеевна является воспитателем уже 30 лет. 15 из них проработала в детском саду номер 23. Ее воспитанники – это дети в возрасте до 3 лет. Самое главное – любовь, ласка, забота, чтобы они почувствовали действительно в тебе вторую маму. Все остальное там уже приложится в более взрослом возрасте. А вот именно в начале, конечно, чтобы их нужно со всех сторон обласкать. 70 лет – довольно солидный юбилей для детского сада. За это время из его стен вышло несколько поколений детей, которые до сих пор помнят своих любимых воспитателей, а некоторые приводят уже своих детей. Я, будучи ребенком, сама ходила в этот сад, поэтому мы, в принципе, долго не размышляли о том, куда отправить Мирославу. Ей нравится в этом саду, и у меня хорошее впечатление с детства осталось, очень теплое и душевное. Мне нравится, что у нас тут хорошие воспитатели, и мне нравится все, что тут в саду. Свои пожелания в честь праздничной даты детскому саду сказали и воспитанники. Я бы пожелала детскому саду, чтобы все было хорошо в этом детском саду, чтобы все относились к нему получше. Я желаю детскому саду, чтобы он жил навсегда. Я пожелала, чтобы ему исполнилось 100 лет. В праздничной программе стихи, песни и танцы в исполнении детей, а также их воспитателей. Поздравить с 70-летним юбилеем сотрудников детского сада номер 23 прибыли почетные гости, представители администрации и депутаты.